Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Очередной обзор лучших мест для рыбалки в зимнее время, подлёдный лов. Мы сегодня с вами находимся на тракторном канале, так он называется. Вот там село Маяки, ну, вот оно все. Вот такой канал, и вот Ватер-Сити. И вот этот Днестр получается, вот идет полностью. Лед тут замерз, примерно где-то 10 сантиметров, 8-10, где-то так. Вот. И мы вот здесь разместились. Посмотрим, если будет хорошо клевать, может, здесь и останемся. Если будет клевать плохо, поедем, перейдем куда-нибудь еще, чтобы вам показать еще какие-то места. Это вторая часть нашего видео. Первую часть можно посмотреть в правом верхнем углу, нажать на кнопочку там, где информация .и, видите. Вот. Мы здесь уже луночки прорубили, уже прикормили. Трасыч купил классного кормового мотыля, и мы уже все прикормили. Приветствую, Тарасыч. Сан Саныч, приветствую вас. Доброе утро. Как у вас дела? Пытаюсь надеть мотыля. И как получается? Да, уже получилось. Сколько? Два, три ставите? Три. Три мотылечка, да? Моя первая тараночка. Попробуем половить еще. Так, у Сан Саныча опять что-то есть. У Сан Саныча есть. Ого! Лунный окунь. Видите? Лунный окунь, ребята. Вы поняли? Красавец. Он любит эту песню. Да. Лунный. Пожалуйста. В прошлом видео, да, там был спор по поводу колечка. Кстати говоря, Тарасыч, я хочу сказать, поддержать Сан Саныча в том, что действительно вот это колечко имеет очень важную, очень важный момент. Он полностью получается... Меньше путается. Вот и все. Ну, меньше путается. Остальное... Это разве плохо? Это же прекрасно. Я думаю... Первая красноперочка у меня. Красивая. Ну, такой размерчик мы отпускать будем, да, Тарасыч? Вы как хотите, я не знаю. А вы такую выпускаете? Я зеленый пис, я все отпускаю. Зеленый пис? Да. Понял. Сан Саныч, а вы такую отпускаете? Однозначно. Ну, значит, и я буду отпускать. Специально две лунки пробил. Одну вытаскиваю, с одной вытаскиваю, другую отпускаю. Вот моя мормышечка вот такая. Глубина где-то сколько? Метра два, да? Два с половиной. Два с половиной. Ну, солидно, Александр. А вот что-то у меня тоже аж блеснуло у тебя. Уже начинает уже размерчик увеличиваться. А я все дозы увеличиваю. Когда я сюда положился, тебе удобно было. Хули ты же ездишь? Карася не будет, пока мы не вернем парень. Думаю. Честно сказать, я смотрел, потому что был сильно напряжен. У меня там были все эти дела. С водоканалами совсем. Да уж, рыба, конечно, оставалась. О, Сан Саныч опять. Красавчик. Красавчик, да. Чисто спортивная рыба. Поймал, отпусти. Поймал, отпусти. Зверюга это, Сан Саныч, я вам говорю. Да уж. Получается без отка. Отпускаю, она сразу заходит в другую лунку и начинает брать. Ага. А вы же не отпускаете, всю мелочь собираете. Как это не отпускаем? Мы тоже все отпускаем. Чтобы хоть что-то отпустились. Это позор. Это что за поклёп на нас, Сан Саныч? Тарасыч, что это? Постоянно меня унижают. Так. Солидно. Ну, друзья, хорошие гусера, смотрите. На одного мотылика. Да. Мотылик. А покажите вашу мормышонку. Подарочная. Подарочная. Вот это подарок. Подарочно. Вот это мне запрезентовали за хорошее поведение. Кто? Тарасыч? Тарасыч.
Смотри. Что творит, а? Что творят канадцы, блядь? И что-то хорошее? Да, не-не-не, не хорошее, ну просто, ну такое. Будем говорить, приемлемое. Уже пошел. Первый короб пошел. Да. Короб. Хороший. О, а, Николай, это... А, не, вышел. Там короба. Да, мы же проблемы. Мы же не пошутили, так как не пошутили. Мы же должны обмануть. Вот все скоро внесут и херни. Разве не знаем обрубать, а там катаравить. А поскольку на парочек цеплялы? Тогда? Вот два. О, поменял я мормышечку, смотрите. И начал уже клёв. Пошла головка. Да, такой. Тихо, Тарас, не мой такой. Так, друзья, ну у меня одна пара шагов. Не, ну вышли. Пацан, что же на парше, да? Да, похеру на что-то ловишь. На него. Все-таки надо ловить, мне кажется, на себя. Ёшкин кот. Сан Саныч карася поймал. Карасю. На опарыш. Вот так вот, друзья. Это уже. Мормышечку покажите. Да вот она. Подарочная? Нет. Добрый день. Ютуб канал «Все для клёва». Расскажите, на что ловите? На опарыш. На опарышах? И как? Удачно? Ну как, вчера было хорошо, а сегодня... А ну расскажите, что вчера было? Здесь вы были, да? Да. И что было? Ну, таранька. Красноперка, подлещик. Карась. Коропа взяли на 3 килограмма. Коропа на 3 килограмма? Да. На что? На опарыш. На мормышку? Ну, да, на опарыш, мормышку. На 3 килограмма коропа? Да. А где стоит? Где сидели? Вот здесь. Вот тут, друзья, сидели. Представляете? Ого. Так, молодой человек, приветствую вас. Вот, молодой рыбак уже. Наловил кучу мелочи. А что ты не отпускаешь ее? Мелочь эту. Не знаю, хай будет. А? Хай будет. Хай будет? Да. На вещи. А? Путин пусть. Так Путин она уже все. Уже мертва будет. Отпускай ее. Что она? Во. Добро. О, второй уже хорошенький, вторая траночка хорошая. Густерка. Да, густера. А, такая красавица. Ну вот и да. А покажите вашу мормышечку, можно? Мормышка, это як он, вольфрамова. Ага. Добре. На вольфрам лучше ловить. Выпускать эту мелочь, зачем она вам нужна? Для она котлеты. На какие котлеты? Я первый раз в жизни на рыбалке, ну, дайте мне рыбу. Так вот. Вопросы мне задаете, если не понять. Расскажите, на что ловите? Пытаемся. Пытаемся. Пытаетесь, да? Пока еще ничего. Закормили, да? Кашкой с мотылем? Главное не шуметь. А, ну я понял. Спокойно. Я тихонечко. Тихонечко просто. Пройти посмотреть, на что ловит народ. Здрасте. Подскажите, на что ловите? Что попадает? Так, не мешай. Пожалуйста. Не мешай, да? Не, я тебя прошу. А то ты пришел, делаешь вид, что ты, блядь, пытаешься, берешь кинокамеру и снимаешь. Нахуй это тебе нужно? Ну так, чтобы людям показать. Не надо. Не надо? Нет. Жалко, да? Мои фотографии нет. Да ради бога, хорошо. Не надо рыбу, нет. Расскажите, пожалуйста, на что вы ловите? Я вижу, вы один из самых удачливых рыбаков. Нет, вы преувеличиваете. Да вы думаете? Да. А нет. На безмотылку. На безмотылку, да? 5 уже. Ага. Рыбачу. А можно посмотреть? То, что на вашем безмотылку. То, что в Ютубе есть, то и я. Ага. Вчера смотрел, делал, сегодня испытываю. Ага. Мотовожка. Называемая такая. Ага. Вот ловится, действительно работает. Да? Ну вообще, мормышки разные испытывают, поэтому работает.
принцип удачной ловли – это игра. Игра, да? Да, не, не сама. Мормышка. Мормышки, да. То есть главное все-таки игра, да? Да, игра. Однозначно. Угу. А сегодня еще пока ничего не поймали такого приличненького? Вон в ведре моя рыба. В ведре, да? Можно глянуть? Конечно, что он и кони, блядь, боятся. Угу. Друзья, ну вот он. Такой подлещик серьезный. И не один. Ну расскажитесь пару секретов для зрителей канала. Я не бритый, не совсем. Да ладно, бритый. Ничего страшного, причем здесь не бритый. Небритость это. Небритость это. Небритость это не самое главное. Никаких секретов. Никаких. Не знаю, чем поделиться. Одно могу сказать, что вот этой снастью ловлю и карася, и плотву, и окуня. А карпика? Бывает? Не, не буду врать, карпа не вытаскиваю. Угу. Вот на кивок летом ловлю. На кивок летом? Да. Только на кивок ловлю. И а где? Вот по Днестру в этом году тут красота была. Да. На лодке, я так понимаю? Нет, с берега. Семиметровой удочкой. А, семиметровой удочкой. Да. Кивковой, да? Кивковый карбон. Угу. Прекрасно в этом году получалось. Ну, да. На мормышку, в зависимости от течения. Ну хорошо, хоть расскажите вот, зрителям канала, на какой высоте вот мормышечка должна быть? От... А это если, одна. Если рыбак хоть немножко понимает принцип, нет, если не понимает, вот расскажите для непонимающих. Значит, в зависимости от давления, от атмосферного давления, рыба поднимается, опускается. Так, вот сегодня чуть понижается давление. Поднимается рыба, надо искать ее повыше. Если понижается давление? Да, если понижается давление, рыба поднимается. Так. Если повышается, она опускается. Вот в зависимости от давления надо искать. Ну вот сегодня, а вот у, нас, это, вот сегодня это, у нас повышенное давление, вот, пониженное вернее, вот да? Вот эта снасть позволяет это быстрее отследить. Ага. Вот эта снасть. Просто-напросто, поскольку я отслеживаю все слоя при игре, я быстрее нахожу этот слой. И сегодня где он сыграет? Сегодня лучше где? Ну, я вот так скажу, с утра, когда я приехал, было сантиметра 31, а сейчас вижу на дне почему-то. Ага. Хотя должна быть понижение давления, должна рыба подниматься. Ага. То есть пока не могу сказать. Понятно. И с утра было получше, а сейчас вижу похуже. Понятненько. Скажу. Я же похуже, пиво уже закончил. Спасибо большое. Нет. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий, очень приятно. Меня зовут Александр. Надо еще пашу. Все, для клюва. Смотрю ваш. Да? Конечно. О, еще не подписчик, но смотрю. Да? Часто смотрю, конечно. Все, спасибо. Зюбакен. Собаки просят у нас рыбу. Ну и всю мелочь отдаем. Смотри, ну вот солидная она только так и берет. Солидная. Вот она. А вы на опарыш? Опарыш вместе с мотылем, да. Первый раз не слышал. Куда несет? Делится. Что ты не будешь кушать сюда, Лев? Рыжий пес поделился с тобой, а ты не берешь. Что это такое? Его балом. Сан Саныч, как всегда, впереди планеты всей. Да. Писать впереди на лихом коне. Просто лихой казах. Казах. Какой-то. Вот она, синюха. Друзья, синюшка какая, а? Только не надо показывать ее возле консервной банки.
Так кажется, что она вроде большая. С одно. На парк? Да, на одну вот. Он споймал огромного, огромного подлещика. По нынешним меркам огромного. Да, по нынешним реально. Это уже такой, больше, чем ладошки. Ну, как сказать, больше, чем ладошки. Но, тем не менее, приятно. Ну, да. Приятно. Супер. На одного, Саня? Ну, один опарыш, один можно. А, на буток, да? Это раз еще нас колдует. Колдую, да, да лампочки эти, колдовство мое. Фантазер. Фантазер. Фантазер балалайщик. Ловим на балалайке. Тоже на балалайку ловим балалайку. Тарасыча клюнул огромнейший подлещик. Огромнейший. Просто ком. Козлик конкретный. О, красавчик. Он гениально, да? Вот, друзья, это Маяский мост. Вот там маяки. Вот это вот Ватерсити. Это Днестр. А это тракторный канал этот, на который мы с вами ловим. Вон народ сидит и ловит. Народа, в принципе, сегодня достаточно. Вот, все ловят тарань. Иногда попадается карасик. Вот, иногда верховодочка. Козлики, подлещики. В общем, такая белая рыба. Клев, ну, такой, скажем, более-менее активный. То есть, как бы, жаловаться на клев нельзя. Правда, рыба мелковатая, но есть. Все равно лучше, чем сидеть дома, по-любому. Вот, видите, сколько тут рыбаков. Вот там вот сидим и мы, вместе с Расычем и Сан Санычем. Это все получается тракторный канал. Он идет и сюда, и туда. Вот там вот мы под той лодкой сидим. Народ ходит и с балансирами. И ловит на мотыля. Совсем юные рыбаки есть. Привет, пацаны. Привет. Как зовут? Егор. О, Егор. Сколько тебе лет? 7. Ух ты. Вот такой 7-летний рыбачок, ребята. О! Егорка, молодец. Поймал верховодку. Давай, был тобой перчатки. И я... Часто Егор с вами ходит на рыбалку? Не, зимой это первый раз. Первый раз, да? Ну, я смотрю, удачно. За 7 лет. О, молодец. Молодец. О. То есть клюв сегодня хороший, да? Вчера был непоганый вроде бы. Папа, у нас уже 10 рыб. А что-то крупное было вчера? Пацаны там коробчика выкинули на кило 2. Да, мы слышали. Слышали эту историю, что на кило 3 прямо. Ну, что видео показывают, там лежал такой. А кто? Тут есть? Видео? Нет, тут человек, кто поймал, нет? Я не знаю, я не бачу его. О, а Сан Саныч тут. Да, ловит налево-направо. Налево. Двумя руками. Двумя руками. Наступило время для завтрака. Клево, клево. Тарасыч, как всегда, режет лук. Цибульку. Мы просто устали уже. Устали ловить рыбу. Болят плечи, руки, башка. Все болит уже. Просто невозможно. Карпов некуда слаживать. Да. Некуда слаживать карпов. Карп не клюет. Кокос не ловится. Не растет, вернее. Алекс, чик. Чик. Тоже индейка. Сюда ложи. О. Индюшку. Знала, что ты на рыбалку едешь. Любит тебя. Это я и заставил.
Серьезно? Заставил? Убил ее? Так, ну как же все-таки заставить карпа клюнуть? Как? А у нас другая дилемма. Как заставить Николаевича выпить рюмку? Это просто страшно. Николаевич не пьет, потому что он за рулем. Ну, ящик надо хотя бы окропить. А, ну, новый ящик, друзья. У меня же новый ящик. Ну, ящик, да. Heavy metal. Цинк чистый. Кстати, ящик это не было. Дави, оцинковочка там, нечего чистить. Ну, это не наш уголь. Да, мы себе такого позволим. Да, да, конечно, конечно, не может. Бедность, оно не порог, дефект воспитания. Самое вкусное сало. Сал-кессон. Не самое вкусное, обычное сальце. Ну давайте для гормонального развития, чтобы не заставались гормоны, Николаевич. Будьте здоровы. Обязательно будем. Друзья, Днестр абсолютно не замерзший. То есть, по большому счету, можно приходить и блеснить. Ловить чучку на Днестре. Чего я так не сделал? Тут получается дом рыбака с причальчиками своими. Вот, вот он мост маякский. И здесь такие причальчики, видать, летом сдают карпятникам, фидеристам. Так что можно приезжать на Днестр, вот, и блеснить. Так, а Сан Саныч очередной раз поймал карася у нас. Друзья, смотрите на него. Терпение и труд, все перетрут. Да. Вон на поезд, поезд. Вот он этот герой, желание. Посмотрите на него. Этот герой, который ловит карасей подо льдом. Ну, сказать, это не такая большая проблема, но... Да, ага. Вот видите, Тарасыч тоже раз, вот типа подмазался сразу, хопа сюда. Тоже хочет карася поймать. Вот он, наш герой. Ну не герой, но... Но карасик хорошенький, сдатный. Будем так говорить. Друзья, скажу, что это место очень удачное. Мы стали в этом тракторном. Ну супер вообще. Карасище то, что надо. Будем говорить неплохо. Это мягко как бы. Да. Так, ну все, Тарасыч уже герой нашего времени. Друзья, ну это уже такой уже. Ладошечный хороший. Больше? Больше, чем ладошечный. А посмотрите, какой раз еще пук мотыля сует. Да, да, вы пук поняли? Мотыля не бздя. Насыпайте хорошее количество мотыля на мормышечку, которая не сильно большая. И это будет нормальная рыба. Да. Потому что по сравнению с таранькой, плотвой и прочей фигней, это таки рыба. Это таки да. Это нас такой... да? Это так и нам даже не стыдно поймать летом, я вам скажу. Прекрасный, да? Да, шикарный карасик. Шикарный вид, Николай. Шикарный, шикарный. Скажу вам, что это самый мощный карась, который я видел зимой, который бы клевал. Вот на такую вот мормышечку. С опарышем. Бутерброд? На бутербродик, да. Опарыш и мотыль. Настоящий, Саша, настоящий. Я, правда, поддрачивал. Немножко подыгрывал сюда, уже он с третьего раза попался. Зербакан, ты видела? Ты видела, как он поймал этого карася? А? А, Зербакан? Ну что, еле вытащил. Не, ну это, конечно, достойнейший, достойнейший карасище. Он как почти что моя нога. Дрожками такой же, тем не менее. Мы таки половились. Друзья, друзья, скажу, что очень эффективно сегодня получилась у нас рыбалочка. Очень эффективная. Да. Правда, не совсем крупная рыба, но несколько хороших знатных карасей мы все-таки поймали. Так, Сан Саныч? Бесспорно. Скажите что-нибудь нашим подписчикам канала «Все для клёва». Подписчикам канала я желаю хорошей рыбалки, здоровья. В новом году. Так. И вообще, чтобы люди чаще выезжали на водоем. Конечно, много рыбы ловить не нужно. Но я считаю, что это, наверное, наилучший отдых, который есть.
На белом свете? Ну, не на белом свете, наверное, что да, есть люди, которые там занимаются чем-то другим, увлекаются футболом. Ну, мы любим рыбалку. Получаем от этого удовольствие, чего я вам желаю. Приходите на рыбалку, если хотите попсиховать немножко. Не без этого. Не без этого. Психи — это нормально. Да. Выбрасывайте эмоции, выбрасывайте все, что надо. Там деньги не выбрасывайте, они пригодятся. Да, эмоции можно здесь, да? Эмоции выбрасывайте на рыбалке, там, чтобы дома меньше на кого-то свести. Друзья, на этом будем заканчивать нашу рыбалку. Надеюсь, это видео было полезным. Я вам показал очередное место для подледной рыбалки в Одесской области. Вот. Место очень хорошее, рыбаков здесь много. Поэтому приезжайте, отдыхайте, набирайтесь новых сил для трудовой недели. Вот. А в следующий раз мы обязательно покажем вам другое место. Так что смотрите наш канал. И всем не хвастайте шуги. Пока.